Опасная стирка. На востоке Москвы произошел взрыв паров отбеливателя для стирки. Пострадало 3 человека. Сначала громкий хлопок жители дома на Волгоградском шоссе приняли за взрыв бытового газа. Разрушения были характерны. Стекла выбиты, межкомнатные перекрытия даже треснули и обрушились. Людей экстренно эвакуировали. За помощью к врачам обратились 3 жильцы разрушенной квартиры. Причина на данный момент устанавливается. По предварительной версии, неправильное обращение с легковоспламеняющей жидкостью. Легкие травмы, доставлены в 36-ю городскую больницу.